Сергей Михалков. Про девочку, которая плохо кушала. Юля плохо кушает, никого не слушает. Съешь яичко, Юлечка. Не хочу, мамулечка. Съешь с колбаской бутерброд. Прикрывает Юля рот. Супик? Нет. Котлетку? Нет. Стынет Юлечкин обед. Что с тобой, Юлечка? Ничего, мамулечка. Сделай, внученька, глоточек. Проглоти еще кусочек. Пожалей нас, Юлечка. Не могу, бабулечка. Мама с бабушкой в слезах. Тает Юля на глазах. Появился детский врач Глеб Сергеевич Пугач. Смотрит строго и сердито. Нет у Юли аппетита, только вижу, что она, безусловно, не больна. А тебе скажу, девица, все едят, и зверь, и птица, от зайчат и до котят, все на свете есть хотят. С хрустом конь жует овес, кость грызет дворовый пес. Воробьи зерно клюют там, где только достают. Утром завтракает слон, обожает фрукты он. Бурый мишка лижет мед, в норке ужинает крот. Обезьянка ест банан, ищет желуди кабан. Ловит мошку ловкий стриж, сыр швейцарский любит мышь. Попрощался с Юлей врач Глеб Сергеевич Пугач. И сказала громко Юля: накорми меня, мамуля!